Приближается самый долгожданный праздник и взрослых, и детей – Новый год, а вместе с тем настала самая приятная его часть – подготовка к радостному моменту. Как необычно и стильно украсить дом для уютного вечера с родными и друзьями, каким оригинальным блюдом порадовать гостей, как максимально быстро сделать кожу лица сияющей и выглядеть в волшебную ночь на все 100. И, наконец, что подарить на Новый год себе, родным и близким? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей программе. Если вы устали от однообразного декора, вам хочется украсить свой дом, квартиру, офис, магазин или салон креативно и необычно, тогда вам непременно нужно заглянуть в магазин по улице Карла Маркса, 25. Дизайнеры салона фитодекора «Зеленая линия» подготовили для гродненцев сотни авторских работ, которые привнесут настоящее волшебство, комфорт и уют в любой дом или офис. Рождественские веночки и деревья, необычные, нестандартные елки из природных натуральных материалов и неописуемой красоты пристенные елки-перевертыши. К слову, в дизайнерских мастерских предприятия Greenline Company едва успевают изготавливать по индивидуальному заказу таких лесных красавиц. Установленные плотно к стене, они являются отличным решением в экономии пространства и визуально смотрятся, как полноценная ель. К тому же на нее потребуется меньше игрушек, поэтому можно сэкономить и на елочных шарах. Ну и, конечно же, эксклюзивные новогодние композиции и декор, благодаря которым появляется праздничное настроение. Украшения для стола представлены в самом необычном дизайне, а их детали можно рассматривать до бесконечности. По-настоящему сказочную обстановку поможет создать приглушенный мягкий свет. Новогодние носочки для подарков, всевозможные свечи, фонари, расставленные в разных местах и развешанные по помещению узоры новогодней тематики. К слову, все то, что можно приобрести в салоне фитодекора «Зеленая линия». В каждую свою работу мы вкладываем частичку своей души, позитивной энергетики, частичку любви и себя. Накануне новогодних и рождественских праздников мы много работаем над созданием интересных и модных композиций, декораций, которые создают то самое праздничное настроение, ощущение самого праздника. Сердечно поздравляем своих любимых клиентов и всех гродненцев с наступающими чудесными праздниками. И пусть в новом году все у всех будет хорошо. С любовью. Зеленая линия. Есть известное выражение «от красоты не устаешь». И это правда. Почти 18 лет сотрудники предприятия Greenline Company стараются сделать этот мир краше. И им это отлично удается. Новый год – это всегда большой и вкусный стол, который отнимает много времени и сил. И молодые люди сегодня больше отдают приоритет еде на заказ и желательно с доставкой на дом. И здесь суши, безусловно, выигрывают. Это вкусно, сытно и быстро. А что еще может быть важнее? Только вот где и как выбрать лучшее? Ну, конечно, суши Нори – островок в торговом центре. Здесь предлагают более 90 видов суши и роллов, начиная от классических и заканчивая экзотическими, немного непривычными для гродненского ценителя японской кухни. Однако постоянные клиенты все же любят экспериментировать, к примеру, с добавлением разноцветного воздушного риса. Радужная креветка сначала радует глаз, а потом и все вкусовые рецепторы. А вот загорелый лосось – один из популярнейших заказов. Помимо того, что он вкусный, его приготовление заслуживает отдельного внимания. И, к слову, здесь, в Нори, посетители могут наблюдать за процессом создания своего обеда или ужина. На один ролл уходит всего 2,5 минуты. При этом Нори отдают предпочтение качеству и свежести продуктов. Только у нас используется натуральный охлажденный лосось, свежий. Только мы используем натуральный творожный сыр. Только мы используем васаби с кусочками корня васаби без красителей, натуральный васаби, который стоит очень дорого. Плюс мы используем имбирь белый. Почему используем белый имбирь? Потому что он без красителей. 31 декабря в этом году выпадает на вторник, и именно каждый вторник Нори предлагает норвежский ролл с 50% скидкой. А если вы сделаете заказ с доставкой от 25 рублей, этот ролл достанется вам в подарок и станет хорошим дополнением к праздничному столу.
Наша компания от всей души поздравляет вас с Рождеством и наступающим Новым годом. Пусть каждый день 2020 года будет наполнен радостью, любовью, улыбками, счастьем, добром. Желаем вам процветания и успехов во всех начинаниях. С любовью, Нори. «31 декабря – рабочий день, и вряд ли захочется после тяжелого трудового будня простоять у плиты. Особенно это касается компании молодых людей, и пицца в этом деле – незаменимый помощник. Это компанейская еда, которая только своим существованием поднимает настроение. А разве не это нужно всем в новогоднюю ночь?» В GoGo Pizza специально к новогодним праздникам создали новый вид. Амбициозное название «Царская» уже звучит вкусно, а выглядит она еще лучше. На тонком тесте хорошо уживаются и гармонируют друг с другом бекон, курица, карри, соус ранчо, лисички и хрен васаби. На создание этого блюда, а на родине пиццы в Италии она считается отдельным блюдом, уходит меньше 5 минут. В умелых руках пиццайла даже самые несочетаемые продукты вместе превращаются в кулинарный шедевр. Помимо того, что здесь предлагают десятки вкуснейших пицц, в GoGo Pizza радуют и многочисленными акциями и бонусами. Каждый вторник у нас есть, покупаете две пиццы и получаете две пиццы в подарок. Две пиццы 23 сантиметра. Очень выгодная акция у нас в среду. Покупаете пиццу за полцены. Каждую среду пицца разная. У нас есть акция две по-швейцарски. Две по-швейцарски, две большие пиццы 28 рублей. Эта акция действует и на доставочку, и на стационаре. Несмотря на то, что GoGo Pizza – это самостоятельная пиццерия, куда можно приходить большой компанией, здесь хорошо отлажена работа доставки, чтобы экономить время своих посетителей и привозить им только горячую и вкусную пиццу в любое время года. Дорогие друзья, наша команда GoGo Pizza хочет поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством и поблагодарить вас, что вы выбираете нас и доверяете нам. Пусть этот год будет радостным и счастливым. А мы, в свою очередь, будем готовить ваше настроение. Не только о подарках и елочных украшениях сейчас задумывается каждая хозяйка, но и о том, как стать королевой новогодней ночи. Начинать готовить кожу лица, шеи и зоны декольте к долгожданному празднику косметологи рекомендуют за 1-2 месяца. Но что делать, если до боя курантов остались считанные дни, а выглядеть все равно хочется на все 100? Конечно, к максимально эффективным техникам, но с продолжительным реабилитационным периодом, например, к шлифовкам, специалисты обращаться не рекомендуют. Ведь чтобы от подобных процедур эффект проявил себя во всей красе, необходимо, чтобы прошел примерно месяц. Но унывать не стоит, ведь есть и другие способы, благодаря которым выглядеть заметно свежее можно в максимально короткий срок. И если постараться, кожа вашего лица буквально за 1-2 недели станет более гладкой и упругой. Скорректируется овал лица, а мимические морщинки и пигментные пятна будут менее заметны. Правда, без помощи профессионалов здесь не обойтись. У нас в салонах Леона есть такие процедуры. Это бандажная маска, которая подтягивает брыли лица, а также Forever Young и облако Афродиты. Кожа после таких процедур будет светиться здоровьем и красотой. У нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для своих любимых, родных и близких и забыть об этой сложной проблеме выбора подарка. Жительница города Гродно Анастасия Пескун к косметологам ходит регулярно. Говорит, эффект заметила сразу же после первой процедуры. Рекомендует всем не упускать шанс и отправляться к специалистам. Ведь когда, если не в новогоднюю ночь, предстать женщине во всей красе и выглядеть особенно привлекательно? Я вижу положительные изменения, которые происходят с кожей. Кожа подтянулась, осветлилась. Проблема акне, расширенных пор, жирного блеска практически полностью сошла на нет. Доверяю свою красоту только профессионалам. Время, оставшееся до веселых зимних праздников, лучше провести с пользой. Если не лениться, то вы еще успеете подготовиться и пору волшебных подарков и улыбок встретить во всеоружии.
Среди множества вопросов, которые занимают головы людей перед новогодними праздниками, вместе с меню, нарядами, декором, всегда особенно остро стоит вопрос подарков. Чем удивить близких? Как сделать так, чтобы подарок был и красивым, и полезным, и нужным? Как подчеркнуть, сколько заботы и внимания ты вложил в подарок, который найдет близкий человек под елкой? Ответ прост и очевиден. Хороший, роскошный и при этом полезный подарок ищите в магазине «Дом меха». Шубы благородно серебристые, классически черные, с гладким мехом или курчавым каракулем. Здесь можно подобрать на любой вкус, кошелек и, что немаловажно, на любой размер. Ведь размерный ряд в магазине «Дом меха» самый широкий, есть все размеры. Шикарные длинные, дерзкие укороченные. Прекрасные дамы перед таким подарком не устоят и непременно будут рады видеть такой вариант зимнего утепления под елкой. И что самое главное, такой подарок станет настоящей жемчужиной и сделает Новый год незабываемым. И при этом «Дом меха» обещает, шубка не станет ударом по бюджету, ведь для этого у них есть умопомрачительные скидки. Мы дарим до 40% на новую коллекцию меховых мутоновых пальто и до 50% на коллекцию прошлого сезона. Напомню, что мутон – это специальным образом обработанная овчина. Благодаря специальной обработке нашим шубкам не страшны любые погодные условия. Такого ценопада, как в нашем магазине, вы не встретите больше нигде. Если учесть, что зима в Гродно не самая суровая, и если хочется выбрать что-то более практичное и подходящее, «Дом меха» может предложить пальто. Здесь вариантов не меньше, а цены еще приятнее. Вы можете приобрести пальто от 250 белорусских рублей и куртки из эко-кожи по 150 белорусских рублей. В нашем магазине представлен огромный ассортимент головных уборов, и в период праздников на них действует скидка 20%. Модные тренды могут диктовать разные условия, но настоящая, качественная классика, которую вам предложат в «Доме меха», никогда не выходит из моды и всегда актуальна. Кроме того, сама по себе шуба уже роскошный аксессуар. А еще идеальный подарок, равнодушным к которому остаться просто невозможно.